Друзья, всем привет! С вами ведущий Гарик Шаповалов и мой новый проект о новинках киноиндустрии. Только у нас вы узнаете, что новенького вышло на этой неделе. Мы покажем вам мнение зрителей после просмотра фильма, покажем самые сочные кадры из новых фильмов и, конечно же, подведем результат, итог и поставим оценку каждому фильму. Ну и главная премьера этой недели, друзья, это «Мир юрского периода», конечно же. Легендарный фильм, 150 миллионов было потрачено на его съемки. И сегодня мы в кинотеатре «Алмаз» на Шаболовке. Ну что, пойдемте посмотрим, на что же были потрачены эти 150 миллионов долларов. Это не дрессировка. Тише. Это партнерство, основанное на взаимоуважении. Животные думают так. Я голоден. Надо поохотиться. Хочу. Сама понимаешь. Ну, хоть в этом мы с ними похожи. Рост посещаемости невозможен без новых аттракционов. Обалдеть! Корпорация уверена, генетические модификации выведут парк на новый уровень. Живых динозавров недостаточно? Мы сделали ее больше Тирекса. А где близнец? Она его съела. Особь вырвалась на волю! Что за звук? Избавилась от радиомаячка. А как она его нашла? Запомнила, куда его имплантировали. О, боже. Убивает ради удовольствия. Здесь 20 тысяч человек. Нам не хватит ни судов, ни оружия. А теперь будем действовать по-моему. Видим цель. Поджарьте ее! У нас проблемы. Они общаются. Это всего лишь животное. Вот только чертовски умная. Друзья, для сайта кинотеатра эмоции после фильма какие у вас? Как вы? Какие эмоции, ребят, после фильма? Понравилось? Друзья, эмоции после фильма для сайта кинотеатра, как вам? Офигенно? Да. Что именно запомнилось больше всего? Динозавров. Ну, оцените спецэффекты. Фильм достаточно недорогой, реалистично похож. Действительно, это невероятно, что-то. Ну, отлично. Поздравляем с премьерой. Вот компьютерная графика, сюжетная линия, то есть все-таки фильм-то не дешевый. Компьютерная графика очень хорошая, сюжетная линия, ну, понятно, что весьма банально, наверное. Не придумаешь для блокбастера больше тем. Хорошо, спасибо. Как вам фильм? Отличный фильм, понравился. Что больше запомнилось? Ну что, друзья, коротко резюмируя итоги фильма, скажу, фильм просто космический. На самом деле держит не в страхе даже, хотя и в страхе тоже, но постоянно вот очень понравилось. Графика, все прорисовано, конечно, денег много было потрачено, они были, друзья, не зря. То, как динозавры двигаются, просто даже в мелочах, там, движение мышц, хвостов, очень круто. Ну, мне очень понравилась игра актеров, да. Главный актер, это, конечно, звезда. Вы узнаете его предыдущий фильм «Стражи Галактики». Собственно, здесь он во всей красе снова себя показал. Даже актеры второго плана, ребята, тоже не теряются, очень здорово. Но самое главное, да, что действительно это тот самый юрский период, о котором мы все помним, но только уже в 21 веке с современными технологиями. Ну что, советую посмотреть этот фильм обязательно в 3D, друзья. В другом формате даже не смотрите. На большом экране обязательно идите в кинотеатр. Моя оценка твердая девятка. Игра актеров на высоте, графика на высоте.
Наверное, посоветую этот фильм любителям фантастики, любителям технологий, любителям динозавров, фанатам юрского периода. Да, думаю, даже и для семейного просмотра он тоже подходит, потому что, в принципе, нет каких-то жестких моментов. Ну что, друзья, твердая девятка, смотрите в кино обязательно. Но я хочу напомнить, друзья, что в сети кинотеатров «Алмаз Синема», а именно в кинотеатре на Шабловке, есть суперакции по вторникам и средам. Во вторник 2D-фильмы 150 рублей, а по средам 3D-фильмы всего 200 рублей. Так что огромное спасибо кинотеатрам «Алмаз». Приходите, смотрите кино. Ну а с вами был Гарик Шаповалов. Подписывайтесь на наш канал. Премьеры новых фильмов каждую неделю. Подписи в описании. Собственно, смотрите проверенное кино, друзья. Всего доброго.